Итак, всем привет, с вами Женя Няжи. Сегодня я пробую бедность. Мы дальше сидим в Леонардо да Винчи и пытаемся мне найти парня. Ну, я уже как-то смирилась. Ну, ладно. Какашка какая-то. Тут тоже. Ищу девушку, охуеть. Ой, наркоман. Мне нравится. Хочу создать дружное сообщество предпринимателей. А я не хочу. Веселый, пошлый. Какие мальчики, зайчики. Ну и ждать я тебя с армии не буду. О, заебись. Коничева. Ладно, подумаешь, что я вообще... Дароу! Заебись. Так, дальше. Какашка какая-то. Тоже какашка, тоже. Что ты пишешь мне? Ой. Где моя Шауси? Я тут, пупсик. Так. Так. Че, дурак, что ли? Че, дурак, что ли, блядь? Че не спишь утром? У тебя другой часовой пояс. Какой-то, не знаю, смехуёчки ловлю прям. Добрый, простой парень. Ищу милую, добрую девушку. Веселую, верную. Я тоже. Удачи нам. Кек. Ол кек чебупек. IQ падает. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Похоже, это... Смотрели мультик «Анастасия»? Вот эта летучая мышь блядская вот такая была. Скинхуэт. Ой, это девочка, что ли? А, нет, это Даниил Иванов. Извините, я вообще на мальчика похожа так-то. Не говорите, что я плохой, для меня это комплимент. О, началось тут 40 лет мужику, наверное. Моя тема, жалко, не лайкнула. Так. Какашка какая-то. В ЛС побеседуем. Чики-бомбони. Так. О, 1,90 м. Веселый, добрый, спортивный. В ЛС побеседуем. Заебись. Что-то я обидела, да, мальчика, сказала, что дурак. Он мне голосовой отправил. Ну, наконец-то! Ну, пошли меня нахуй! Не-не, я просто убегаю с квартиры. От кого убегаешь? От мамы с ссаным веником? И меня ждет такси, поэтому... Ой, блядь, такой голос утренний, ну прям, ну, ёбарь-террорист. Прямо от очередной бабы, наверное, из Да Винчика уезжаешь. Я ору, пиздец. Так, это кто? Ой, какой хорошенький, похож на Олега. Дашного парня. Забыла, как его зовут. Ой, фамилия. Как он, Кен? Надеюсь, не долбоёб. Не наёбщик. Так, это что тут? Наёбщик слишком гордо, не долбоёб. Да что ж ты мне там все жить-то, он без меня не может. Все мне голосовые шлет. Смотрите, какой. Ну-ка, сука, давай-ка. А? Да какой бабы? На дачу еду. Мамка сказала мне рассаду привезти пораньше утром, поэтому и еду так рано.
Какой хороший мальчик. Я забираю все свои грязные слова обратно. Копать картошку все-таки, мой дорогой, тоже не забудь. Так, ну я ему понравилась. Молодец, все, хороший, хороший пацан. Кому понравился Никита, рассмотрите. Ну, вроде приятный, он понял юмор. А, это вот этот наркоман, который. Классный чувак. Реально прикольный. А мне нравится. Ну, мне нравится, когда понимают, что я шучу, что я никого не хочу оскорбить, все такое. Ой, милашка, но только в маске. Ну, все равно давайте пообщаемся, да? Это я, блядь, и когда всю ночь не спала, то бишь сегодня. Как два хуя торчат, блядь. Я не ангел. Сейчас. Я не ангел. Не, я не демон. Но крылья в ремонте. Что там, да? Ну, вот так. О, я почему-то знала, что он не откажется от меня. Дима Вольф. Дима Волк. Бонжур. Еще, конечно же, кого-нибудь оценим. Фу. Тайора. Тайора. Так. Дизлайк Рустаму. Потому что не русский. Так. Ленивый зайка. Я буду зайкой. Так. У-у-у, мне нравится. Долбоёб какой-то. Интересно пообщаться. Ой, вот это тоже прикольно издалека. Так, ну, дальше. О, красивый какой мужик. Я бы его подождала из армии, слушайте. Мне кажется, там с писечкой проблем нету, да? Хотя через штаны не видно, там креветка, а потом баклажан, да? Мемы из ТикТока. Красивый. Но я вот боюсь все равно вот этих форм всех. Напрягают они меня. Ой, какой классный дядька. Шапка, конечно, засранная, но прикольный. Вот это тоже, мне кажется, красивый. Ох, нихуя. Нашел кое-кого. Виталий, Виталий, ну ты чё мне тут писечку свою скидываешь? Можно и в ЛС. Дизлайк. Здесь я тебя не приму. Так. За 1000 рублей кепка с рынка. Извините, пожалуйста, кого обидела. Я ничего не имею против кепок с рынка. С надписью «Зюгармишнерхэн». Ну, вот это некрасивый какой-то. Не, на фотографии не девушка, подруга. Ну, ты все равно хорошенький. А подруга-то плоскодоночка. Я смотрю, ну, нормально отнесется ко мне. Так. Дальше. Шутки сегодня такие плоские, как я. Дальше. Ой, какой дядя большой. Такая жаба Клава. Ой, блядь, какой прикольный. Штаны такие, как обосрался, да? Бабушки и мамы любят так шутить. Ой, такой мишка реально. Или кто это, белка? Это, блядь, это нахуй океан в России. Так. Ну, что-то ёбнутый какой-то. Мой инста, блядь. Ну, у меня также мой инста, но я там красивая хотя бы. Ещё девочку-конфеточку. У меня есть гречка и туалетка. Класс. Но я на диете не сижу, по мне видно. Что-то блевануть, ребят, хочется немножко. Тоже вот что-то... Ох, нихуя себе! Вот это реально жаба Клава! Такой, блядь, старик... Нет, это знаете кто? Из Лунтика. Этот. Сом подводный. Ну как он? Сом подводный, да? Ну так, понятно. Сом же не под водой живет, правильно? Так. Я на уроке биологии. Сом подводный. Расскажите что-нибудь о сомах. Сейчас я вам что-нибудь расскажу. Так. Девочки. Ой, блядь, симпатичный был. Ладно, хуй с ним.
Девочки меня заебали уже писать, что я с одним начала общаться, и мы с ним замужем. Ну, пиздец, ну они меня что, ебёт, что ли, блядь? Я ни за кого не собираюсь замуж, ёпта. Меня мужики боятся. Я вообще, я сегодня не хотела оскорблять одного пидораса, но он... Ну, реально, он такую хуйню отправил. Я говорю, нахуй ты отправил? Ты выглядишь как уёбище. Он такой, я знаю, что я некрасивый. Ну, чё, он знает? Я думаю, ну, тогда я выложу его в историю, что он урод. Вот. Я его отхуесосила. Ну, а он обиделся, сказал вот так вот мне, пошла нахуй. А на что? Ты же сказал, что ты урод. Ты же сказал. Ну что? Вот и я виновата. Что такое вообще? Не знаю, недоверие какое-то, непонятное отношение, нестабильное. Ой, блядь. Не-не-не-не. Стрёмный. Блядь, ладно. Ну ладно, там без ебала. Там, может, ебало было бы страшное. Хуй знает. Ой, хорошенький. Матвей, блядь, 17 лет, да? Или что? Да, 21, Москва, 17. В смысле, так сколько тебе лет, ёпта? Не наёбывай меня, пидорас. Стикер. Ну, приветики, расскажи о себе. Вик, что там за подарок, блядь? Ну да, такой. Поэтому, если нужна рассада, ты пиши, что. Да я же поняла, что наркоман такой приятный по общению. О, еще один смеется, ему смешно. Ну, приветики, расскажи о себе. Так, давайте посмотрим, кому понравилась моя анкета. Богдан, богом дан, точно надо посмотреть. Богдан, богом дан, как твои дела? Ой, блядь, почему я не отправилась-то, ёпта? Бонжур. Он меня что, заблокировал? Я отвечу, ну ты спроси. Ну ты расскажи мне, пока ничего, блядь, неинтересное. Вот сука, схуя ли я должна? Такой Гусейн Гасанов на минималках. Так, дизлайк. Мне 20. А мне 15. Девственница. Так, плеер. Play where's my pussy. Так. Что тут? Кто тут? Блять! А ты спроси, чтобы я рассказал. А ты спроси, чтобы я рассказ. Мне так смешно вообще, пиздец. Смешно. Опа. Я гриду. Спорим, понравлюсь. Спорим. Так. О, заебись, куряга. Так. Наркоманы, это моя тема. Наркоманы, куряги, алкаши. Знаете, токсичные отношения, абьюзивные. Это все по мне. Мне такое нравится. И что, все, что ли, мне все? А куда он пошел? Кто куда пошел? Куда пошли, блядь? Суки. Гнида, а? Пидорасы, блядь. Дядя все празднует Новый год, блядь. Пиздец. Younger in the wind. Нахуй иди. Тоже нахуй. Ой. Если ты не уныла какашка,
Того. Я унылое говно. Я не прохожу по параметрам. Я гиридуи. Я... Не... Говняшка. Если ты не какашка. Дамочка. Опа, опа, опа. Научись общаться, пожалуйста. А если ты привыкла общаться так со своими клоунами, то нехуй писать мне. А чё такой агрессивный-то, блядь? С тобой нормально общаюсь. Я думала, ты адекватный молодой человек. И юмор понимаешь. Да, у меня много клоунов, ты тоже один из них. Все, Диму Вольф в блок кидаем. Говно какое-то собачье. А Диме можно позвонить. Ой, я не буду, это мой номер сейчас высадится у него. Ну, в пизду. Блять, жалоба. О, мной заинтересовался. Вот, сука, а? Не буду эти заявку отправлять, я так не играю. Гнида, а? Какая? Какашка, блядь. Во-первых, я не клоун, как ты выразил. Старых, первый, не я начал так общаться. И что, блядь, я так общаюсь. Что вы там такого? Дурак, блядь, реально, какую-то такую пизду охуенную, да, проебывает. Как ты поняла? Что, иди нахуй, заебал, блядь. Экстрасекс? Я экстраблогер, зай, блядь. Придай привет, ты долбоёб. Бонжур, ёпта. Дизлайк. 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 Вот так, нахуй, буду портить, блядь, настроение пидорасом. Чтобы мне, блядь, возразить, ты кто такой дядь Петь, блядь? Я тебе тут настроение поднимаю, блядь, значит, ёпта. А ты мне тут выёбываться будешь? Пошёл нахуй. Пупсик. Короче. Солнышко, с какой целью ты мне написала? Пообщаться как быдло? У меня дохуя дел. Написала, чтобы доебаться. Мне за это деньги платят. Пупсик, блядь. Ну, пошел нахуй. Кто тебя держит, блядь? Кому нужен? Пизду пошел, блядь. Где? Если ты просто... Давай, давай, давай. Пошел нахуй. Пизди больше. Да ёпта. Всем привет. А ты кто? Я чуть забыла. Я уже забыла. Кто? А, сегодня... А, все, поняла, поняла. Всем привет. А, блядь. Блядь. То есть я тебя хуесоснула, да? Блядь, не тебе предназначалось, ёбаный в рот, блядь. И, ребят, мы, короче, не того хуй соснули. Мы не тебя хотели хуй соснуть, извини. Я перепиской ошиблась, сори. Ебать. А тот, кто ушел, ну и хуй с ним, напишите ему, пожалуйста, что он долбоеб. Да я уже, блядь, не запуталась, ёпта. В двух. Ну и что? Хуйня случается. Он про меня. Он так пошутил очень. Умно. Давай общаться, давай. Давай. Бонжур. Реально хорошо про меня пошутил пупсик. Я поняла шутку. Так. Дальше. Смотрим. Хороший чувак. Это я про него, значит... Это он же, да, хороший?
Блядь, это он хороший. Блядь, чувак, реально прости. Я вот как сразу сказала, что ты хороший, а потом хуесоснула. Ну вообще, ты представляешь, какая ситуация? Короче, мне один долбоёб, а я еще пожалуюсь. А вот мне один долбоёб не понял, что я пошутила, блядь. И начал мне говорить, как ты общаешься, блядь? Общайся так со своими клоунами, сука. Блядь, пиздец. И я, короче, его хуесоснула. Он такой, ты вообще кто такая, пизда вонючая? И я ему начала объяснять, типа, я говорю, да заходи передать привет YouTube-каналу. Он такой, типа... Типа, что ты нахуй? А я, видимо, блядь, заблудилась в переписку к тебе. Зачем? Я не знаю, зачем я тебе это отправила. А я сказала, Никита Ильин, заебись, мужик. Так, короче, ну все, я пожаловалась. Ой, блядь. Цените еще кого-то. Я гередуи. Ой, блядь, прикольный. Можете предлагать секс? Какой секс, блядь, тебе лет 16, ёпта, или 15, сколько там? Ну-ка, давайте. Ну, ты понимаешь, реально долбоёб, блядь, какой-то. Я говорю, я так со всеми общаюсь. Ты похихикал, нам смешно, заебись. В чем проблема? Это ты, мальчик рассада, да, вроде? Если это так, то ты заебись. Ой, блядь. На тебя... Чё пиздишь? Подписано половина шараги. Нихуя! Покажи мужиков, кто подписан. Покажи. Давай, зай. Мне так интересно. Реально, покажи. А, это другой пидорас. Это просто ко мне подкатывает. Ой, блядь. Сука. Ладно. Блядь, неудобная ситуация. Дароу. Никита Ильин. Я только хочу заранее попросить, если это происходит какая-то съемка, да, то можно мое имя, фамилию и мою аузу. Да как это? Нельзя, конечно. Те тёлки будут писать. Я сказала, что ты пиздатый. Чё выёбываешься-то, блядь? Или у тебя девушка есть? О! Так, пора уже заканчивать, чтобы не надоедает переписка с мальчиками. Я Гередури. Ну, хорошенький какой. Какашка. Какая ты какашка? Ангел. Ну, крылья в ремонте. Фу, неплохо. Ну, и долбоёб хоть. И долбоёб, но неплохой. О, есть взаимная симпатия. Ну-ка, давай. Бонжур. Чё там, блядь? Что? Блядь, ну все, закончился видос. Илюх, я тебя не послушаю, потому что не хочу. Ну, ты заебись такой нормальный чел. Мне было приятно с тобой пообщаться. И с остальными неприятно. Я всех удалила. Ну чё, блядь, это... Блядь, нахуй я тебе написала, ёб твою налево насрала, а? И пошел в пизду, реально. Короче, такие дела, ребятки. Не жуйте козявки, будьте хорошими чуваками и чуихами, и вообще у вас все будет заебись. А я пошла спать.